17 февраля в Крыму был создан и начал свою работу Высший совет крымских татар. Какая миссия стоит перед избранниками народа? Кто вошел в состав консультативного совета при главе республики? И насколько эффективно, взаимодействуя с властью, они смогут решать острые вопросы крымских татар? Совет народного единства. Тема ток-шоу «Крымский консенсус». В эту среду в 20:00 на телеканале «Миллет».